пришли высказать свое мнение против войны, против насилия. Сейчас, когда город будет праздновать свой день рождения, когда люди будут гулять и веселиться, мы пришли высказать свое мнение о том, что другие люди и дети гибнут, страдают, испытывают насилие. Мы хотим поддержать этих людей, мы хотим попросить тех, кто в силах, остановить кровопролитие, остановить насилие. Я такого же мнения. Я считаю, что в 21 веке в войне нет места. И то, что сейчас там происходит, это не поддается никакому абсолютно объяснению. Поэтому я против войны. Понятно. Вы понимаете, что может быть задержано сейчас? Мы это осознаем. Я это понимаю. У нас выбора другого нет и выхода, потому что говорить об этом нужно. Нельзя молчать.